пластовой постановкой, она стала психологически сложной, потому что многие актеры признаются, что проживаться боль, проживать вот эти годы тяжело. Ну да, эта постановка, как мне кажется, достаточно символическая, тем более в условиях последнего времени. Она как нельзя лучше является напоминанием и предостережением по поводу того, чтобы больше этой трагедии никогда не произошло. Поэтому, конечно, ее так или иначе пропускаешь через себя, и, конечно, ком в горле стоит к концу. Что отказ потребовал вашего? Вы как-то вот специально вживали судьбу, начинали что-то военное? Ну, да, у меня как раз финальная песня звучит про Сталинградскую битву. У меня как раз дедушка воевал при Сталинграде, и как раз он там получил ранение, как бы контузию и так далее. То есть для меня это, в общем-то, и семейная тоже история. Вот, на ваш взгляд, глядя на всю постановку, что зритель должен вынести, что он должен понять, что он должен почувствовать? Вообще, для чего все это? Ну вот, как я уже сказал, я думаю, что главная мысль — это память об этой войне, юбилей и радость сквозь слезы. То есть это вот и есть, наверное, основная центральная мысль.